Здравствуйте, с вами Светлана и моя любимая девочка Юрочка. Сегодня я вам хочу буквально маленькое видео показать. Мы были в Икее и покупали себе часы. Обычные часы, непримечательные. Кто бывает в Икее, тот видит их, наверное. Я не знаю, сейчас есть продажи или нет. Но обычные часы. Пластиковое обрамление часов, но перед Новым годом мне захотелось их украсить. И я думаю, я их переделаю при помощи магазина Fix Price, а после Нового года все это уберу. Но когда прошел Новый год, мне не захотелось убирать это украшение. Я так подумала, что ну и пусть пока побудет месяц, два, три, а то и год. По крайней мере, я смогу в любое время, в любой момент убрать это украшение. Но пока мне захотелось, чтобы это было вот в таком вот виде. Сейчас вам покажу. Мы покупали в двух цветах, фиолетовый и белые часы. Они совершенно одинаковые. Только немножко, по-моему, время на них не совсем одинаково показывает. Так вот, при помощи магазина Fix Price и украшения, которые сами клеются, я вот в такой рисуночек украсила. Здесь оно идет немножечко наискосок к серединке, на серединке пряменько. Сделала я немножко, здесь расстояние идет, а по бокам я уже сделала рисуночек немножечко такой, знаете, как хвост у павлина. Делала это я к Новому году, но потом я посмотрела и думаю, а почему я должна это украшение убрать? Нет, пусть пока будет. По крайней мере, когда мне надоедят вот эти вот серебряные украшения, можно будет просто убрать и спиртом протереть рамку от часов. И все, и никаких проблем. Здесь немножечко я по-другому украсила, и немножечко, чуть-чуть, они разные, вот эти вот украшения у фиолетовых и у часов, у этих немножко разные. Хоть здесь есть тоже и удлиненные такие, и как бы жемчуг, но они разные, я посмотрела, украшения разные немножко. И решила я украсить их тоже по-разному. Здесь я более часто наклеила. И к серединке получилось у меня жемчуг. Здесь нет жемчуга вот в этих картинах, серединочки, а здесь получился жемчуг. Ну и немножко жемчуга я кинула. Быстренько. Ну опять же, я говорю, если надоест, если мне перенравится, я могу это все быстренько отклеить и протереть ватным диском, смоченным в спирте. Или там, ну, спиртосодержащий какой-то такой напиток можно протереть, и ничего, никаких следов не останется. Возможно, для кого-то это будет ярко или напыщено, но мне в данный момент это почему-то нравится. Пусть будет. Сдержанность всегда можно и назад вернуть. Вот, видео быстренько, просто захотелось вам показать. Возможно, кому-то тоже захочется украсить. Потом можно вернуть все назад, как и было. Все, пока-пока. С вами была Светлана и Злата.